вводили неверные данные, чтобы уклониться от налогов. Бывшего главу и заместителя главы спецзоны арестовали по подозрению в незаконной регистрации грузовиков Карагандинской области. Благодаря отлаженной схеме казна недосчиталась более 300 миллионов тенге, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. В пресс-службе ведомства прокомментировали, установлено, что сотрудники ЦОН с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по ВИН-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом ими проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин. В местный бюджет не поступило более 315 миллионов тенге. Во всем этом подозревают бывшего руководителя спеццон и заместителя руководителя ЦОНа, которым судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На их имущество в размере 42 миллионов тенге был наложен арест. Напомним, только в текущем году факты массовой первичной регистрации транспортных средств по поддельным платежным документам без уплаты сборов были выявлены в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Павлодарской областях.